Всем доброе утро, друзья! Сегодня у меня день начался немножечко необычно, потому что я думала, что сначала у меня будет лекция, как она обычно бывает, но преподаватель решил немножечко поменять порядок наших занятий и решил сначала провести семинар, на котором я должна была рассказывать презентацию. Поэтому я неожиданно ее быстро рассказала, раньше, чем я планировала, поэтому, к сожалению, не смогла вам ее снять, хотя очень хотела показать вам, как это выглядит, как проходят презентации онлайн, еще и на английском языке. На самом деле, как такой небольшой спойлер не случившегося видео, просто скажу, что ничего особенного там не происходит, просто каждый садится перед своим компьютером, зачастую включает камеру и показывает экран. В общем-то, на этом все. Но чисто от себя могу сказать, что я небольшой любитель таких онлайн-презентаций, мне намного больше нравится рассказывать их при всем классе, когда все на тебя смотрят, слушают, потому что так ты хотя бы получаешь какой-то такой отзыв, что ли, или фидбэк от аудитории, ты просто видишь, как они спят, не спят, зачастую, конечно, все в основном всегда спят, но все равно как-то ты обращаешь внимание на людей, пытаешься привлечь их взгляд, рассказываешь, и для меня еще очень важно жестикулировать, я очень люблю что-то показывать на слайде, вот, поэтому такой вариант презентации онлайн, наверное, не совсем для меня подходит, потому что я как-то чувствую себя покинутой, что ли, сижу одна в комнате и рассказываю презентацию, и вокруг просто гробовая тишина. Сегодня меня ждет довольно официальное событие, потому что немножечко позже я поеду в МВД Чехии, чтобы сделать фотографию и снять отпечатки пальцев для моей карточки ВНЖ студенческой. Вот, так что, возможно, возьму вас с собой, хоть погода сегодня не шепчет, но постараюсь вам заснять некоторые моменты хотя бы из второй части, которую я запланировала, а это вот поход в МВД. Так что покажу вам сейчас, возможно, еще часть того, как другие люди рассказывают презентации. И поехали, начинаем это видео. And also in the picture, in the graph on the right, you can see more specific raw materials, which belong to the main three groups. And really... и еду в МВД. Рассказываю вам ситуацию. Только что вышла из МВД Чехии. Сейчас единственное, что поедет трамвай. Надеюсь, что это не помешает, что это новый трамвай. Ситуация такая, что я получила одобрение на визу где-то примерно 20 октября, как мне кажется, может быть, даже пораньше чуть-чуть.
И в этот день, через некоторое время, точнее, я записывалась на то, чтобы прийти и сдать различные биометрические данные. То есть это фотография и отпечатки пальцев. И в итоге еще тогда меня записали через месяц. То есть вот сейчас, 26 ноября, я только ходила сдавать все свои биометрические данные и фотографию. А теперь получается так, что свои документы я получу еще через месяц. То есть получается, у меня это записано на 22 декабря. Ну, то есть, как бы, понимаете, да? Из-за всей этой ситуации в мире, конечно, все еще ухудшилось намного, но, в общем, времени это все занимает очень много. Здесь еще недалеко от отделения МВД, это, кстати, студенческое МВД на Гладковой, а здесь находится вот такой милый парк и вот там вот новостройки. Сейчас пасмурно, и сегодня, кстати, на улице 0 градусов, очень холодно, но очень милый райончик. Смотрите, вот там вот впереди здание очень похоже на то, что находится на Староместской площади. Ленинский храм, если помните. Очень напоминает тоже такой готический собор. Елочку поставили у Палладиума. Красота. Итак, я уже вернулась домой после министерства в Нитро, точнее, после МВД, и постаралась по дороге поделиться с вами всей информацией, как обстоит ситуация, и все-таки сроки с получением документов задерживаются из-за текущей ситуации. Конечно, если бы это было вне карантинное время, думаю, я бы получила свои документы немножечко пораньше, но в любом случае стоит понимать, что везде есть бюрократия, и везде нужно все делать заранее, если вам нужны ваши документы, предположим, пораньше. А оставшуюся часть этого видео я бы хотела посвятить чему-то более полезному для вас. А именно, я бы хотела поделиться очень классным рецептом крем-супа из тыквы. Он, кстати, действительно получился очень вкусный. И при этом вам не потребуется никакой блендер. Также я бы хотела взять вас на небольшие прогулки по Праге, потому что я стараюсь частенько для вас снимать какие-то красивые моменты, которые я замечаю, красивую архитектуру Праги, конечно же. Так что надеюсь, эта часть вам тоже понравится. Ну и, в общем-то, на этом все. Желаю вам приятного просмотра. Итак, приготовим с вами очень вкусный, нежный кремовый суп из тыквы. Этот рецепт максимально простой и использует минимальное количество оборудования. Вам даже совершенно не понадобится блендер. Готовим ингредиенты. Итак, для крем-супа нам с вами понадобится 2 картофелины, лук, морковь и чеснок. Можно 2 зубчика, но я решила взять 3. И, конечно же, самое главное, так как это крем-суп с тыквой, нам понадобится тыква. Здесь, собственно, мне сейчас надо будет нарезать некоторые кусочки и достать семечки. И, конечно же, сливки, желательно 10% жирности, но можно на ваше усмотрение. И специи, паприка, мускатный орех, черный молотый перец, соль. Так как я делала мордочку на тыкве на Хэллоуин, у меня тыква уже вычищена. А так тыкву помойте, очистите от кожуры и семян. Итак, а теперь готовим наши овощи. Картофель, морковь, лук и чеснок я почистила и в дальнейшем буду это все нарезать.
Далее тыкву, картофель и морковь нарежьте кубиками одинакового размера. Я нарезала примерно 2 на 2 сантиметра, но возможно с некоторыми погрешностями, конечно же. И затем положите в кастрюлю. Также мелко порежьте лук. И вы можете пропустить чеснок через специальный пресс, а можете, как я, нарезать ножиком. Далее нам нужно это пассеровать, то есть обжаривать на растительном масле, желательно на хорошо разогретой предварительно сковородке. Далее мы добавляем паприку, перемешиваем это все, и затем добавляем еще немножечко мускатного ореха, я его натираю на терке и тоже перемешиваю. Не забывайте добавить соль и черный молотый перец. Далее, когда наша прожарка готова, добавляем ее в кастрюлю с овощами, наливаем воду или бульон. Жидкость должна немного покрывать овощи. Варим на среднем огне примерно 15-25 минут. Далее мы снимаем кастрюлю с плиты, и дальше начинается самое интересное. Для того, чтобы превратить в пюре все овощи, которые у нас сварились, я использовала просто вот такой молоточек кухонный. Смотрите, чтобы овощи были хорошо разваренные, потому что если они разваренные хорошо, то вам абсолютно не понадобится блендер, так как они и так будут мягкие, и никаких проблем превратить это в пюре не возникнет. Заливаем сливки. Также по вкусу вы можете добавить еще соль или перец, это уже на ваше усмотрение. Варим еще буквально пару минут и снимаем. Наш суп готов. Наш крем-суп из тыквы можно украсить тыквенными семечками. Конечно же, их надо обжарить и специально подготовить, если вы будете их употреблять. В моем случае я просто их положила для красоты. А также, как один из вариантов, вы можете сделать специальные сухарики или гренки для вашего крем-супа. Это, кстати, тоже очень вкусно. Суп-пюре из тыквы получается очень нежным, пряным и ароматным. В целом, крем-суп удался и мне очень понравился, так что обязательно пытайтесь приготовить это, так как рецепт абсолютно простой, и думаю, он порадует вас этой осенью или уже наступающей зимой.
Вот что приятно кушать всегда и в любом месте, где бы ты ни находился. Сейчас в Чехии кафе закрыто из-за вируса, поэтому можно единственное, что сделать, это заказать себе еду домой. И иногда, конечно, хочется чего-нибудь такого. Вот хотела поделиться с вами. В Чехии есть такой, можно сказать, фастфуд, хотя мне кажется, это более здоровое питание, нежели там Макдональдс, допустим. Это чешская такая фирма. И в основном там кухня специализируется на багетах и называется поэтому, собственно, «Багетерия Бульвар». Поэтому, если вдруг когда-то откроют границы, и вы захотите что-нибудь такое бюджетное, так скажем, не обязательно в Чехии идти в Макдональдс, есть более такие приятные варианты и довольно вкусные. Ну что ж, а теперь после такого насыщенного видео будем заканчивать этот влог. В скором времени ждите влогмасы на моем канале, это специальные рождественские видео, которые будут вас вдохновлять, показывать всякие различные крутые новинки новогодние и рождественские, декор будет, конечно же, и вообще много-много всего интересного, так что обязательно смотрите и оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, и, в общем-то, будем на этом прощаться. Скоро увидимся с вами. Желаю вам хороших выходных, если вы это смотрите перед выходными. В любом случае, желаю вам хорошего времени и до скорых встреч. Пока-пока!